Внизу находится копчик, соединение тоже очень-очень интересное и важное. И думаю, что к нему все больше и больше будут обращаться и интересоваться в связи с теми открытиями, которые есть в традиционных медицинах. И в той медицине, которую я изучаю, это традиционно китайская медицина. И те, кто обладает достаточным уровнем пальпации, могут андифференцировать движение креста за счет механических напряжений и движение креста за счет жидкостного субстрата, движения и пульсации ликвора. Да, вы захватываете окрестец и делаете, выполняете аккорд. Аккорд мы уже разбирали, это введение в напряжение креста не сильное, но так, чтобы вы почувствовали сопротивление креста и смогли оценить силу сопротивления. И зафиксировали силу сопротивления спины ляка антерио супериор на правой стороне. Образуем домик. Захватываем. Небольшое собирание или аккорд между двумя спиной ляка антерио супериор, так, чтобы почувствовать на кресте. Здесь мы их соединяем. На кресте мы чувствуем, что крестец как бы у нас опускается к нам в руки. Основание креста опускается к нам в руки. Соединяем. И опросим левая стопа на себя. Кзади, что соответствует вдоху. Или кпереди, что соответствует выдоху. Основание креста. И когда мы нашли более свободное движение, мы говорим, какая это дисфункция. Если он идет кзади, легче, постериор, кзади, то кзади он идет при торакальном вдохе. Мы говорим, правая косая ось или задняя, или дисфункция вдоха. Задняя или вдоха. И правая косая ось, правая. Если при повороте головы ему легче совершать движение впереди, поворот головы куда? Правая косая ось. При повороте головы вправо, основание креста, свободное пойдет кпереди. Если это движение выполняется легче, крестец легче идет, то мы говорим кпереди антериор или дисфункция выдоха. Правая косая ось. Таким образом мы поставили диагноз, нашли ось и одним движением поворота головы, которое у нас уже натренировано в руках, мы можем сказать, это дисфункция вдоха или дисфункция выдоха. И сразу же мы выполним технику. На выполнение техники уйдет 1 минута, на тест уйдет 15-20 секунд. В общей сложности 1-1.5 минуты на тест и на технику. Все очень быстро, время экономится. А техники, которые я покажу, мне показали мои учителя применительно к работе на беременном, но я использовал при любых других нарушениях, где есть нарушение креста. Мне это очень нравится, техника и подход. Есть аналог этой техники в положении лежа на животе. Я потом покажу ее на примере лепляж или хвостовой травмы. Да, есть какие-то вопросы, кому пока непонятна моя логика. Да, а то, как я отдаю. Что-то где-то вы потерялись. Надо этот момент обязательно уточнить. Сейчас я перейду, пока не перешел к демонстрации выполнения теста. Да, есть вопросы? Пока нет вопросов, да? Странно, потому что очень...
сложные. А тест на опережение короткого плеча слева или справа? А тест на опережение короткого плеча слева или справа? Когда мы говорим опережение, то мы подразумеваем фиксацию или слипание на уровне короткого и длинного, короткого плеча, подвздошной кости и крестца. Да, это а в норме должно быть вот да, приближено к идеалу. В норме должно быть приближено к идеалу. Идеал – это симметрия всех движений. Но такого не бывает, такого вы никогда ни у кого не встретите. Идеал, потому что идеал может быть только в идеальных условиях внешней среды. Идеальной внешней среды, я сомневаюсь, когда-либо появится в нашем мире. Во всех остальных случаях мы приспосабливаемся к внешней среде в той или другой оппозиции. Поэтому нас вот, интересует подвижность. Есть подвижность? Нет подвижности. Да, вот в идеале, чтобы была симметрия по амплитуде при наклоне вперед и наклоне назад, чтобы была идеальная симметрия при повороте влево и при повороте вправо. Вот это было бы идеально. Да, очень хорошо. То есть флексионный тест покажет, какие плечи фиксированы, а тест с поворотом головы, в каком положении фиксация на вдохе или на выдохе. Великолепно, да. Но есть маленькое уточнение. Не в положении, а при какой, а какое движение лучше идет на вдох или на выдох. Это надо четко перестроить. Мы уходим от принципа положения в пространстве.